В селе Хатасы по адресу Воинская 1 и 1/1 неполадки устранят. Об этом сообщили в Хатасском управлении ЖКХ. Напомним, из-за перемерзания насоса жители двух домов остались без водоснабжения. Организация «Юные якутяне» отремонтировала и сделала попытку запустить воду. Но из-за промерзания трассы вода в квартиры еще не поступила на момент приезда нашей съемочной группы в воскресенье. Отметим, что в прошлом году в этих домах был проведен капитальный ремонт. Как известно, это воинские дома офицеров, построенные в 60-е годы. На данный момент идут восстановительные работы. Как вы видели, температурный режим сейчас нормально, тепло, хорошо подается. Но неделю назад была авария на скважине, которая подавала холодную воду. Вчера ее сделали, но в результате кое-где прихватило холодную воду на трассе. Граница раздела является срез здания. Поэтому сейчас, ну, как только юные якутяне, ну, этот ресурс нужащей организации свои сети устранит, то, соответственно, и вода появится в этих домах. Да, аварийных ситуаций нету, тепло есть, ну, воды, ну, вода появится, думаю, в ближайшее время.